Чего только не увидишь на таком веселом мероприятии, как свадьба. И драка, и пьяные женихи, и заплаканная невеста, и самые безумные танцы гостей. А сейчас, когда в каждом телефоне есть фотокамера, самые смешные свадебные моменты можно увидеть в интернете чуть ли не на каждом сайте. И сегодня мы покажем вам топ-10 курьезных свадебных фото. Итак, поехали! 10-е место у нас занимает, на первый взгляд, вроде отличное фото жениха и невесты на фоне камней на берегу моря. Но если присмотреться вдаль, можно увидеть рыбака с удочкой, который принял, ну, очень интересную позу. На 9-м фото видно, как неожиданно в кадр к влюбленным влезла кошка, еще и встала, ну, просто отлично. Наверное, тоже любит фотографироваться. 8-е место у нас занимает фото, где молодожены выходят из ЗАГСа, все хлопают, радуются, улыбаются, как вдруг неожиданно один из гостей, то ли случайно, то ли специально, разливает кофе прямо на молодожен. Интересно, чем все закончилось. 7-е фото видно, что было заранее спланировано, получилось оно просто отлично, как будто на самом деле невеста проткнула голову жениху багетом. На 6-м месте у нас фотографии, как жених открывает бутылку шампанского, и получилось у него это не так, как, видимо, он хотел, а бедная невеста даже немного испугалась. 5-е место занимает кадр, где родители фотографируются с невестой, и вроде все нормально, но песик, который влез в кадр, все испортил. Присмотритесь внимательно, что он учудил. А на 4-м месте у нас счастливая пара, которые целуются на мосту любви, и все у них только начинается, но главные герои явно не они, а веселый незнакомец, который влез в кадр. 3-е место — это фото о том, как не надо делать на свадьбе, а именно жених и невеста подошли разрезать вместе свой свадебный торт и хотели его немного передвинуть, но торт начал падать. А на 2-м месте у нас фотографии, где видно, как жених вчера бурно отмечал свой мальчишник. На собственную свадьбу он пришел весь побитый. 1-е место занимает, ну, очень курьезное фото, где подружка невесты нагнулась под стол, чтобы поднять столовый прибор. Но на фото кажется, что она делает что-то другое сидевшему рядом жениху. И на этом у нас все, ребята. Подписывайтесь на наш канал «Большой Сэм», чтобы не пропустить новые видео. И в комментариях пишите, на какие темы сделать следующие видео.